Повышать стоимость проезда в общественном транспорте Бийска пока не будут. Об этом на пресс-конференции заявил глава Наукограда Александр Студеникин. Так он ответил на предложение бийских предпринимателей поднять цену на проезд в автобусах до 20 рублей. К слову, сейчас билет стоит 17 рублей 50 копеек, а по транспортной карте можно проехать за 17. Бийчане платят меньше, чем жители соседних городов Барнаула и Рубцовска. А в последний раз стоимость проезда здесь повышали 2 года назад. Глава Наукограда свой ответ перевозчикам обосновал тем, что никаких документов с расчетами в мэрию коммерсанты не предоставили. Пока все ограничивается лишь разговорами, а просто проиндексировать цену чиновники не готовы. Нет, администрация города Бийска на это не пойдет. Только обоснованные затраты, только обоснованный тариф. Будет это 20 рублей, будет это 18 рублей, будет это 19 рублей. Не знаю, насколько они обоснуются. Но ничего за период с января по сегодняшнее число, ничего в администрацию представлено не было. Напомню, что с предложением на 2 рубля повысить стоимость проезда в общественном транспорте в июне к властям обращались также автоперевозчики Барнаула. К тому же свои предложения они экономически обосновали. Однако пока решение в мэрии не принято.